Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем слушать альбомы Мияги и Эндшпиля. Сегодня мы послушаем два трека. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в Рутубе и Ютубе. Все чаще поговаривают снова что-то, что надо закрыть Ютуб. Поэтому, знаете, в Рутубе мы тоже есть. У Максима есть канал, который есть на Дзене, который есть в Ютубе, который есть на Рутубе тоже, поэтому заходите туда и подписывайтесь. Но я написала книгу, которую выложила на Литрес, и она сидит и ждет, когда вы ее скачаете, почитаете и порекомендуете друзьям. Потому что скоро выйдет следующая, я понимаю, что я вам всем надоела, но что делать? Что делать? Только таким образом я и могу себя разрекламировать. Итак, Мияги и Эндшпиль, первый трек, сегодня послушаем два, называется «Временно». Года карала битом, гривы настер, прятал пули в строках. Не балови меня, я ударил в грязь лицом. Залип плевок на пекло слов, что затмевало солнце. Не горело больше давно, стерегу тебя творчеством. Так и продолжу, лирика, лирика дистрикта. Всегда обитала близко, люди городили чушь порой. Да так, что не остепенится, мертвые души. Громкие выстрелы, бледные лица. Мы говорили за гетто, детка, было 20, стало 30. Тут каждый может задеть за живое. Новости, панчи, собак, да слухи толкали гнилое. Гребаный пустослов окинет взглядом тело в коридоре. Те, которые бежали за ветром, больше не искали море. Тут день сурка, каждый божий день. Липкий темный став разбудил эту тягу к воде. Будешь на устах или живах, будешь на дне. Те, которые бежали за ветром, будто сгорели в огне. Время не делает из меня ты. Демона, 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 демона. Оставлю здесь после себя лишь свет. Ведь все мы тут временно, временно, временно. Время не делает меня. Подобно выстрелу, я хотел тебя спасти. В попыхах найти хоть что-то чистое. День за днем раздувал огонь в этих куплетах. Говори мне что угодно, один, я весь на нервах. Хоть и бывало выпадал из контекста вырванные фразы. Спасались бегством тут в ауте. Скрывались в ауде, путались в правде. Держим курс на студию. Хорошо ведь там, где нас не наебать. Мы научились делать выводы. Орки под ногами, так ведь по делам ироды. Где-то жестко, где-то здраво. Имею мнение, имею право. Ага, все циклично, меняется погода. Вместе с ней ценности и восприятие. Опять по новой, с плотным басом. Чувствую себя прекрасно. Андеграунд как приговор, но для кого-то царство. Время не делает из меня ты. Демона, 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 демона. Оставлю здесь после себя лишь свет. Ведь все мы тут временно, временно, временно. Время не делает из меня ты. Демона, демона, демона. Знаете, так, ну, по-моему, это про наше время они тут спели. Но, может быть, я ошибаюсь. Ты не слушал, Максим? Нет. Как-то мне показалось. Друзья мои, ну, не знаю, если я ошиблась, то вообще единственное, что я хочу добавить в связи, в свете последних событий,
наверное, ну, может, я уже 100 раз это говорил, вам скажу еще раз. Мне кажется, что в данный момент нам всем надо попытаться оставаться людьми в данной ситуации. И неважно, кто, где, на какой стороне, в какой части света находится сейчас. Сейчас, наверное, самое главное – сохранить свою душу. А, ну, что касается песенки, все в стиле Мияги Эншпиля, все... Припевчик был прям замечательный, рост был, и в общем, как бы вот так, как я люблю, вот это, именно то, как они вот могут, и то, как мне нравится, вот было в этом треке. Я не могу сказать, что он прям сильно крутой был, а бывало и круче, но печалька в голосе присутствовала, и, возможно, эта печалька помешала мне вот до конца сказать «вау». Ну, в принципе, 9 из 10 я бы поставила. Сейчас мы послушаем еще один трек. Ну и сейчас мы послушаем второй трек, который называется «Не теряя», и узнаем, чем он хорош. Мишина, будто бы нету прежнего. Но стропель дорог вела меня куда-то грешного. Метаморфозы врали, заклевал себя, конечно же. Водила за нас пудло, жизни любые повешены. Под предлогом искренности ты не прячь ножи. Близким быть гораздо, каждый по желаниям лежи. В этом мире для людей, потерявших слух души. Я запутался, прошу тебя, молчи, не мельтеши. Меня кидала от заката до рассвета голова. Я солдат, что в лазарете, снова рисовал слова. Разрезая портупею, проклинал эту войну и за похабную идею, здесь готовы утонуть. Не теряй, не теряю, мы многого не понимали. Не теряй, не теряю, не теряй, не теряю. Не теряй, не теряю, мы многого не понимали. Ласкает мою душу каждый день, люби и процветай. Скрути его для мира и пусти по городам, это особенный момент, не прозевай. Пусть для нас это будет уроком, и по пустякам слезы по щекам. Выпустим шары из окон, вместе с ними все, что приносило боль. Не просто так, отдаем момент и получаем вновь. Я снова слышу голоса, не верь, не бойся, делай сам. Выбросим гаджеты и вновь вернемся в детство. Не жди, не беспокой. Видимо, мы сами травим мечты. Пока тут только войны, голод и дым. Это должно прекращаться. Разве вы не за? Не теряй, не теряю. Мы многого не понимали. Не теряй, не теряю. Не теряй, не теряю. Такая музыка, знаете, кстати, она такая у них вот обычно более похожая, а сейчас она такая не похожая на те предыдущие треки и вообще на их творчество, мне кажется, она такая немножко другой стала. Ну, она хорошая музыка. Понятно, здесь уже одна музыка пошла. Друзья мои, знаете, вот что, ну, как бы смысл читается, но вот Мияги с Эншпилем очень такие хорошие хитрецы.
там без пол-литра разберешься, что они имеют в виду. Ну, то есть, в смысле, ты как бы, мне кажется, каждый додумает сам, что они имели в виду. Я так вроде как бы общую канву услышала, что в предыдущем треке, что в этом, они по смыслу для меня как-то проигрались, а вот что они имели в виду и как вы это поняли, это тоже тут вот это самое главное, запутать все следы. А так по атмосфере, по всему, в стиле их достаточно, ну, в общем, как бы, я не могу сказать, что, ну, было и лучше, но, в принципе, это их стиль, это было красиво, это было как всегда, это было интересно и смыслово, потому что приходилось там через тернии понять, про что. Вот, ну, в принципе, конечно, вот, ну, пока что десятку я бы не поставила, но на девяточку эти оба трека явно тянут. Всем пока!